На базе лагеря развернулось 6 так называемых площадок безопасности. Горная, морская, спортивная, пожарная, пиротехническая. Подрастающее поколение с интересом познавало искусство спасения, отрабатывало навыки, которыми владеют сотрудники МЧС. Они приобретают еще навыки, наверное, уважения и любви друг к другу, потому что прежде всего они здесь учатся общению между собой. А вторично уже то, что они приобретают навыки настоящих спасателей. Молодец, умница, молодец. А это особенный сотрудник. Миледи, так ее ласково называют его старшие коллеги. Она тоже умеет оказывать помощь людям. Отыскивает под завалами пострадавших и находит заблудившихся в лесу. Знакомство с четвероногим не оставило никого равнодушным. Было очень интересно узнать, что у собак тоже есть какая-то сертификация. То есть не только там дети, люди сдают какие-то экзамены, еще что-то. Но и собаки тоже должны проходить. Им все время что-то усложняется, еще что-то. И ну, она такая хорошая, не могу. И так хорошо, когда собака послушная, слушается своего хозяина, что она вот, они прям как одно целое. У собак тоже есть 4 типа, вот меланхолик, сангвиник, флегматик и холерик. И то, что не каждая собака может стать спасателем. Неподдельный интерес у артековцев вызвала техника, которую используют во время обезвреживания взрывоопасных предметов. Выпал шанс прокатиться из спасательной люльки. Такое альпинистское снаряжение используют в труднодоступной местности. Пострадавшего фиксируют и переправляют через узкие ущелья. А пока большинство мальчишек учились спасать людей в горах, девочки проводили легочно-сердечную реанимацию на специальном манекене. Конечно же, после тщательного рассказа сотрудников медицинской службы МЧС. Ну вот таким образом. Видите, загорается зелененький огонек. Значит, вы правильно проводите маршрут. Изюминкой праздника стал пожарно-спасательный биатлон. На этой эстафете артековцы узнавали сложность работы огнеборцев. С помощью пожарного ствола попадали в мишень струей воды. Попробуем, как получится у нас. Держать долгое время такое оборудование достаточно тяжело, тем более, что вода поступает под давлением. И тут сразу понимаешь, в МЧС идут настоящие мужчины. Обязательным уроком было спасение утопающего. Тут ребят познакомились с водолазным оборудованием и рассказали, как вести себя в воде и около водоема. После посещения всех площадок дети делились впечатлениями. Конечно, было немного, но все равно было весело. Каждый из нас немножко побыл уже спасателем. Всего в празднике приняли участие 500 детей. Вечером после урока безопасности для всех артековцев пройдет феерический концерт. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ, Артек.